Ребят, представьте, 10-й сбор актива МАН, остановка. Что такое ман? Что это? Что за ман? Ман это малая академия. Садись, Клавстан! Что малое? Малая академия. Да, Андрюша. Академия. И что же вы там делаете? Всякие проекты научные. Научные, да. Можно потише? Да и ты что, в Бродвейше ходить-то? Ты кем будешь-то? Да кто? Ты кто вообще? Как звать-то, мать? Галя. Галя как Раля, а? Галя, кажется, это же ты, Галя. Алочка. Матрешка там была. Не, ну ты продолжай. Что? Ну что нам проекты делать? Ты посиди с ним, ты их разбегаешь. Анатолий, это ты? Да, впадай! Алло? Да? Край, Саша? Это ты? Сколько лет, сколько зим? Здравствуй, Саша! Спасибо, ты тоже. Как ты вообще? Как ты жила? Работала. Очень много работы. Строительство там, это, компания. Здорово, подожди ты, не видно будет. Да, Лизочка. Аллочка, и ты! Господи! Подождите, можно потише мне ребенок звонит? Ребенок звонит, подождите. Батюшки, да ты кому втираешь-то? Да, учи. Алка, помнишь сразу? Который мы помнишь, это в 10 классе ВОСТ подожгли. Девчата, это же те, кто, наверное, на всю жизнь за ВОСТ дергали. Чего дергаете? А вы вообще что здесь делаете-то? Ну вот, Анатолия здесь. Толя, расскажите мне, что такое ман. Как я рада тебя видеть, Толя. Толя! Я тебя сейчас как партию опущу. Толя, расскажи мне, Толя. Толя, что ты знаешь, что я? Ман – это малая академия наук. Как попугай, академия. Академия. Ты подожди, ты повежливее. Что такое малая академия наук? Что это? Тошенька, ты не стесняйся. Тулечка. Толь, не тусуйся. Как бы стуканом в школе на костах. Туда приезжают школьники. Как ты? Да?
Да. А это не работа, твои дети. А ты что там делаешь? Ну, Паша, там они. Дети приезжали. Я там в студенческом. Совет. Помогаю детишкам, проекты делают. А тебе там обязательно ехать? Может быть, пойдем. Отметимся. У нас с тобой отметимся. А пойдемте его отметим. Я, между прочим, мастер спорта, зачем какой отметил? Да, меня да ладно тебе, все тренировки переносят. Нет, погуляем. Ну, ну правда весело будет. Я ну, давай, давай. А у меня дети, куда дети? С детьми тусуй. Да дети, бабушки, все хорошо. Сосиски, сосиски там есть. А что-нибудь есть там? Да. И потом каждое утро. А детей, детей, она будет туда своих пристроить? Конечно. Мамаша, тебе домой пора, время-то уже. Валентин! Валентин! Дядя Валентин. Дядя вас. Ну ты уже выглядишь как старик, Валентин. 8 годов тем побег, попрошу, не воровать. Мартвин, три семерки, палатки рядом с моим домом каждое утро, наверное, покупаем. Подождите, Антоша же, наверное, уже пора, он уже... Толечке уже, наверное, пора, уже автобус. Может, отметимся? Не слушай дамочек, сейчас пойдем. Время уже самое время. Хотите, поехали со мной? Куда поехали? У меня нет денег, ничего, штаны. А там не нужны деньги. Слушайте, ребята, давайте я вас спонсирую. Дам денег. Аппаратуру возьмем. Поднимем все. Аппаратуру. Какую? А поехали сразу. Какую хочу? Ну, если так, хочу маникюрный набор. Хорошо, будь тебе маникюрный набор. А у меня мне тренажеры нужны. Да какой ты пчелый? А мне детям образование платить надо. Обязательно. Точно? Все спонсируют. Может быть, мам, позвонимся, посмотрим. Давай. Давайте. А где дети вообще? Ты что, один что ли есть? Где дети твои? Они должны прийти? Он, наверное, пораньше пришел. Ну да, как всегда. А помните, как он за час в школу заранее приходил? Уроки еще повторить. Ты что смеешься-то? Так, мам, ты везешь нас? Повезем. Точно нам будет весело? Да, очень. А что там за проекты? Как вообще это все? Ты же сам говорил. Слова какие знаешь. Газет прочитал, которые с утра. Ну, присядь. Ты о чем ты читаешь? Я так? Да, обоснули. Что ты хотел сказать? Вообще, отстаньте. Да, идите гулять. Мы сейчас пойдем в МАН поедем. Нет, подожди. Я тоже хочу в МАН поехать. Все едем в МАН, все. Ну поехали, поехали все! Собирались! Давай, давай! 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 Давай!